Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 63, упражнение номер 285. Вычисли и сделай проверку. Первый пример на сложение. Записываем его в столбик. 324 плюс 324544 плюс 175737. Начинаем сложение с единиц. 4 плюс 7 равно 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 3 равно 7. И еще 1, 8. 5 плюс 7 равно 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 5 – это 9, и еще 1 – 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 7 – это 9, и еще 1 – 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 1 – это 4, и плюс еще 1 – 5, 500281. Для того, чтобы выполнить проверку к сложению, мы это сделаем с помощью вычитания. Из 500281 вычтем 175737. Из 1 вычесть 7 мы не можем, мы занимаем восьмерки. Из 11 7 это 4. Из 7 3 4. Из 2 7 мы не можем вычесть, мы занимаем у пятерки, а над нолями мы пишем 9. Из 12 7 5. Из 9 5 4. 9 минус 7 2. И 4 минус 1 3. 324544. Первое слагаемое у нас получилось, значит, действие выполнено верно. Записываем второй пример на вычитание. 840103 минус 62524. И из 3 вычесть 4 мы не можем. Занимаем у однерки, над нулем пишем 9. Из 13 вычитаем 4, получается 9. Из 9 вычитаем 2, 7. Из 0, а теперь у нас уже, конечно, вычесть 5 мы не можем, мы занимаем у четверки, а над 0 пишем 9. Из 10 вычитаем 5, это 5. 9 минус 2, 7. Из 3 вычесть 6 мы не можем, занимаем у восьмерки. Из 13 6, это 7. И вместо 8 у нас остается 7. 777579. Для проверки вычитания мы его выполним с помощью сложения. 777579. Прибавим, вычитаем 62524. 9 плюс 4 – 13, 3 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 2 – это 9, еще 1 запомнили, 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 5 – это 10, еще 1 запоминали, 11, 1 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 2 – это 9, еще 1 – 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 6 – 13, еще 1 запомнили, 14, 4 пишем, 1 запоминаем, и 7 плюс 1 – 8, 840103. Уменьшаем, у нас получилось, значит, действие выполнено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.